Саженцы сливы китайской нежность, Prunus sp. Плодовое лиственное дерево, которое относится к разряду низкорослых, самобесплодных. Выведено российскими селекционерами путем скрещения двух сортов китаек. Высота сливы 200-250 см. Крона средней густоты, шаровидная, сформированная прямыми побегами. Сорт «Нежность» цветет в мае белыми цветками, собранными в соцветия. Листва сливы зеленого окраса, удлиненной яйцевидной формы. Листовая пластинка немного изогнута к низу, ее поверхность гладкая. Плоды красного цвета, сладкие на вкус, округлой формы, весом около 30 граммов. Слива «Нежность» произрастает на открытой солнечной местности, не терпит тени. Относится к морозостойкому сорту. Слива «Домашняя неженка» – это дерево высотой 200-250 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая. Слива «Домашняя неженка» имеет ранний срок созревания. Его плоды созревают в месяц июль-август. Плоды имеют массу 24-34 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода красная. Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что слива «Домашняя неженка» самобесплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.